Главная задача – разработать комплекс мер, способных сделать общественный транспорт современным, удобным и безопасным. Коррекция маршрутов под потребности граждан – один из важных моментов. Изменения внесены и в способы оплаты проезда. До 2 октября этого года мы продлеваем маршрут номер 6 троллейбуса, то есть он будет ходить от Дружбы народов до Нижней террасы. Значит, кроме того, значит, мы с 1 января ввели новый тариф за поездку за наличный расчет и по электронным картам. Особое внимание уделено регулированию работы автостанций и аэропортов, важных элементов пассажирских перевозок. Аэропорт откроется после того, как будет введена в эксплуатацию взлетно-посадочная полоса. Вот передо мной сидит Баркин Олег Валентинович, проверка по аэродромно-техническому обеспечению училища. Я думаю, он сейчас положил руку на сердце, скажет, что ноябрь, конец ноября этого года. Планируется, что базовым элементом регулирования пассажирских перевозок станут стандарты транспортного обслуживания, разработанные для всех видов транспорта. Перемены коснутся и самих транспортных средств. Постепенно старые трамваи и автобусы заменят на современные. Старым автобусом или автобусом более определенного срока службы нельзя заезжать, нельзя эксплуатировать или нельзя заезжать в центральную часть города. Это в комплексе все должно стимулировать перевозчиков приобретать новые автобусы. Для явного прогресса необходимо внести изменения в законодательную базу пассажирских перевозок, внедрить цифровые технологии и стимулировать экономическое развитие транспортной отрасли. При реализации разработанных мер транспорт будет комфортным и безопасным. Виктория Шикова, Даниил Сурков, новости Ульяновской правды.